Всем привет, народ! Сегодня продолжаем проходить Кастельвания Ариосору. Так, вчера мы остановились на том, что добрались до злосчастной часовой башни. Тут будет совсем не весело, я так думаю. Сома, привет! А, Йоко, я только что видел Грэхэма. Правда? Куда он пошел? Он спешил добраться до трона. Как я и думала, в тронном зале есть что-то важное. Извини, Йоко. Что случилось? Он оказался не тем, кем я думал. Он был добр со мной только потому, что не видел во мне силы. Понятно. Но когда я рассказал ему о своей силе, его отношение резко переменилось. Он думает, что все в этом замке принадлежит ему. И это причина? Но так даже лучше. Почему? То, что в тебе он увидел врага, делает тебя моим соратником. Да? Что, ты не хочешь быть на моей стороне? Нет, я не это хотел сказать. Так весело дразнить тебя, но сейчас не время дурачиться. Твое присутствие наводит на Грахам панику. Это наш шанс. Что еще за шанс? Со своим изворотливым умом он до сих пор уходил от нас. Я не думаю, что кому-нибудь довелось видеть его в панике раньше. Я понял, сложившиеся обстоятельства заставят его пойти этим путем. Именно так. Это отличная возможность поймать его. Но мне нужно идти. Увидимся. Так. Водой я до сих пор не умею передвигаться. Блин, говно. Да, катана уже против этих мудаков довольно-таки неэффективное оружие. Так, по поводу true концовки я тоже узнал. Хорошо нам, что нам не придется искать. Ай-яй-яй-яй-яй, все души. Достаточно только трех. Одну из них мы получим обязательно, а две другие все же придется выбить. Чем эти фигни по бокам, блин, они не особо-то и скрашивают нашу пробежку мимо этих уродов. Блин, жадность фраера погубит, хочу собрать тот мешок, но как бы для меня это не оказалось роковым. Ладно, пока не буду, посмотрим, насколько далеко сейв-рум от нас. Так, в ту сторону у нас. Ага. Бывший босс. Божественные хитбоксы меня спасли. Так, но тут босс, насколько я помню, поэтому сейф-рум все-таки где-то рядом. Да,
Да. Теперь с чистой совестью можно вернуться и подобрать тот мешочек с деньгами. Ай-яй-яй. Разумеется, не без потерь. Все, деньги мы забрали, можем идти дальше. Так. Ну, босс тут тоже не хер с горы. Поэтому... Ай, придется попыжиться немножко. Если есть кто в чате, напишите, видно ли, слышно, все нормально. Так, ладно, идем к боссу. Старая добрая смерть. Ауч. The better,
Так, у меня что, микрофон что ли был выключен? Здорово, Дирти. Так. Пожалуй, схожу налево. Да отцепись ты от меня, сапоги. Любопытно. А, ну да, это же финальная локация, и тут, увы, никак не пройти, с другой стороны только можно прошибить. Что-то народа пока не густо. Ну да, Дерти, что-то сегодня прям не то чтоб наплыв. Ой, ну и нахер. Так, иметь с ними дела вовсе не обязательно. Ладно, заденет меня разок, хер с ним. Блин. Сегодня упомнишь. Так, вот тут я могу нырнуть, но я предпочту сперва добраться до сохранялки. Так, духи. Сцилла, а не Скула, блин. Ой, морские ёжики. Needles. Главное, так их назвать, Needles по-английски, морской ёж. Дебильный перевод. У меня сейчас опять метель со снегом началась. Печаль. У нас уже давно это... Ауч, нет. Блин, ну не надо, ну не стукай. Ох. Very wonderful. Две куклы, а толку от этого помещения понять не могу, честно сказать. Так, сюда мне пока не хочется особо.
Начинается. Чё это было, блин? Какого? Так. Взяли какой-то похожий на катану меч. Так, Цестус, а где он? Я его чуть не вижу. Катана, короткий меч, легкий меч, боевой нож, кинжал. А, вот этот. О! Недурственно. Стоит заметить. Теперь опять привыкать к тому, что... А! Меч будет бить прямо, а не сверху вниз. Как-нибудь привыкнем. Так. Страшно подумать, где тут ближайший. Поэтому зажру одно зелье. Так и быть. Ай! Давай, Кивич. Да ёп! Перный театр. Да? Здорово. Здорово. Так. Приключения с Сомой продолжаются. Ну да, сейчас вот смерть удачно завалился второй попытки. Потом я обнаружил, что у меня почему-то микрофон отключен, блин. Бывает. Ну, блин, ты знаешь, как я лажаю все время с этим делом. У меня постоянно, короче, скайп, блин, не слышно, я разговариваю сам с собой. Это практически норма. О, шмотка. Черный костюм. Хитман, что ли? Черный костюм. Он должен быть лысым, со штрих-кодом. Ага. Так, ну на интеллект нам плевать, поэтому ради брони его оденем. Так, меня все смущает, это хрень, блин. Да, и тут не... Сейчас пиздец настанет. Так, мне есть что-нибудь захавать из съестного? Так, дыня. Ох, нихера себе. Дыня вообще все установил. Да ёп! Перный театр. Ладно, я сейчас... Плевать, что меня отменили, я хоть с этой сучкой пернатой покончу. Отлично, Буратино еще электрический напал. Молнии из пальцев испускает. А теперь Рейден, короче. Блядь. Орлай, наверное, сегодня попозже будет. Он там поехал. По делам хозяйственным. Ну, пускай. Что, видимо, подтянется ближе к своему стриму уже. А я сегодня гонял на территорию на нашу, на новую, которую нам впарить пытаются. Ты знаешь, оказалось все не так плохо, как я ожидал. Весьма душевно. У них там есть столовая, у них там на втором этаже есть реальный бар. Реальный бар со столовскими ценами. Я охренел, я просто... Как так может быть? То есть там, типа, знаешь, там... Там рис, там 20 рублей, короче говоря, чем-то там, короче говоря. В общем, похавать можно по обед реально на 150 часов, на 150 рублей, при этом ебануть пиваса там, всякое такое прочее. Душевно, да. Здорово, вообще, да. Прям, здорово, да. Вот. В общем, короче, неплохо, неплохо. Ну и вообще атмосфера такая ненапряжная. Вот. Но единственное, что ехать туда далековато, так что, блин, все-таки мне хочется на своей территории остаться. Ну, да, чем-то жертвовать. Да, увы.
Вот. Но по случаю такого успешного, как сказать, путешествия в новые земли, вот, купил себе тройного пшеничного эля, бутылочку, вот, так что ваше здоровье. О, нашли портал, если можно. Хорош, хорош просто. Ух. Я чувствую себя гномом, блин, ебашу эль. Вкусное мясо из маски хижи я выпал. Отлично. Целая говядина. Мясо ежи, это замечательно. Слушай, а тут все это, курица в стенах есть? Нет. Нет. А, как же так, не канон. Эх, кослады без курицы, это ж. Ну да. Как же так? Даже странно. Так. Сейчас я пытаюсь вспомнить, куда бы я мог еще сходить. Ну, в принципе, я умею плавать теперь, поэтому надо в подземные резервуары идти. Погоди, ты хочешь сказать, что ты научился ходить по воде быстрее, чем научился? Нет, ползать? Я научился под водой ходить. А. Погоди, а по воде ты ходил тут или кто? Да, тут. Вот вчера был дело. А ну да, точно. Нельзя, что эту картинку вспомнил, где там типа это, Иисус спасатель, да, там это, типа, чувак тонет на море, да, уходит под воду. Иисус такой стоит на воде, такой типа, извини, бро. Так. Пока правильно. Да, повезло, что не придется все души собирать для труп концовки, нужны только три. Одна из них попадется обязательно, а две другие придется выбивать. Скелет выстрелил просто назад как-то. Так. Да, кстати, тут же тоже есть проход, которым я раньше не мог воспользоваться. Рыбешка мимо пролетел. Слушай, а я тут, конечно, часть сюжета, как всегда, проебал, но я правильно понимаю, что тут вообще не Бельмонт, а вообще какой-то непонятный, конечно, пацан, да, который... Ну, тут есть Бельмонт. А. Но он как бы тут не на первых ролях. То есть мы играем за японского школьника? Да. Студент по обмену. Чё-то, блин, как прям неожиданно и... Ну, в 2035 году ты чего ещё можно ждать? Не могу сказать, что это плохой. Какой-то кулхацкер попал там в замок Дракулы. Блин, кстати говоря, да, серьезно, почему они не развивают эту тематику, как бы, ну, в смысле, я понимаю, что каслы, они такие все готичные, там, средневековье, то есть, вот, средние века, это там, Ренессанс, да, это что-то типа того, там, в тех краях, но почему бы им действительно не сделать какую-нибудь каслу, там, в каком-нибудь, там, будущем таком, отдаленном даже, может быть, чтобы там хай-тек везде был. Ну, блин, не знаю, кто-то шутковал по этому поводу на сайте, как раз по Кастельвании, то, что скоро мы дождемся Кастельвании на космических кораблях, там, с блазерами и световыми мечами. Таким темпом. Ну, вот Метроидование сбавило темп, и последние Order of Ecclesia после нее в 2008 году, это, по-моему, было, после нее уже не уходил Метроидование. Не, было бы, кстати, интересно посмотреть на, как бы, совмещение такого темного, темного, в принципе, готичного антуража и в то же время какого-нибудь хай-тека, такого каких-то там приблуд чисто таких вот
фантастических из будущего и всякого прочего. Там, технологий каких-нибудь. По крайней мере, на этом можно было бы сделать интересный геймплей, мне кажется. Даже если бы замок Дракула такой просто... Вот просто реально хай-тек мир там все дела, да, и внезапно замок Дракула возник. Ёпана. Короче, со стилусом против это самое, блядь, всяких там скелетонов, да, там. Так. Сегодня что-то прям тишина в чатике у нас. Понедельник день тяжелый, походу, все заебались на работах. Слизь ненавижу я тут. Ну, я не понимал, как вот в RPG-шках, в той же там Might and Magic, да, да вообще ты как бы из ДНД, по-моему, вся эта фигня пошла, у меня, скорее всего, оттуда, все эти враги-то типа там... А там слизи, там всякие там этих сундуков, блин, этих мимиков. Вот. Ну, блять, слизь! Ну как она может навредить? То есть это. Как? Какое-то желе ползет, блин. Не, это... ну тут-то она отравляет. Ну тут дохлая рыба, короче, почти что. Рыба. Не, ну я понимаю, что слизь, конечно, может отравлять, но все равно это как-то странно выглядит. А в том же Dark Souls вот эти лужицы, блин, вообще как-то. Прячет мины в Тору, блядь. Что? Что? Что это было? Лол. Не, серьезно, это что, Итам? Это шмотка? Ну, это душа. Душа этого сорняка. Мины, они имеют в виду то, что я могу ту же самую хуйню вот эти ростки кидать. Почему в Тор, блядь? Где что, в асфальт взять? Только в торф. Короче, должен найти торф, всегда так, конечно, сначала посыпать торф, а потом уже кидать. Иначе не приживется, расти не будет. Так, вот еще один бывший босс, блин. Какой-то голем. Мне тут, короче говоря, это... Сегодня на работе Игорёк сказал, что ждет от меня лютого прохождения этого самого Годовара первого. А-а-а. И говорит, мне интересно, как ты будешь рейджить на последнем боссе. Я такой, ну спасибо. Ну, Арес, я бы не сказал, что он один из самых сложных вообще боссов, который может тут придумать. Игорёк говорил, проходил, заебался. Говорит, там все боссы как боссы, это какой-то там просто батон-мешер должен быть просто от бога там, чтобы там постоянно творить. Вот. Сейчас, по идее, скидочки на это самое, на переиздание этого. Этот HD ремейк, типа, там, или как называется, первый. Ну, да, там еще с PSP должны. Или они отдельно продают? Не, по-моему, с PSP отдельно. Это чисто первая, вторая часть какая-то. Угу. Ходы, текстурки там и всякое прочее, бота. Тут он меня все подбивает, типа, давай, купи, короче, это, ебани. О, блядь, это... О, это же... Блядь. Это, короче, это... Анималити Кабала, походу. У него там зеленый какой-то этот... его звать-то. Бегемот, не бегемот, а что-то не пойми, что как козел горный. Это в этой части Мандрагора орёт «Ясь!». Ага. Она везде орёт «Ясь», по-моему. И в следующих, где она будет появляться. Ядовитый череп. Блин, а все-таки вот интересно, есть ли какая-нибудь в природе игра, чтобы вот сюжет?
Черт, не терплю, когда меня прерывают. Йоко. Что с тобой? Если ты меня слышишь, скажи что-нибудь. Я в порядке. Спасибо, что спас меня. Грэхэм, ублюдок, что он сделал? Он впитал силы замка и стал сильнее. Ох, мой план провалился. Побереги силы, не нужно разговаривать. Будь осторожней с ним, но не притрудись. Что, Йоко? Просто без сознания. Она еще дышит, блядь. И недооценил полученную им силу. Не стой столбом, Йоко без сознания. Иди, я присмотрю за ней. Я не могу бросить ее, она стала мне другом. Беспокойся за нее, я думаю, у тебя есть более важные задачи. Грэхэм направился к трону. Что там? Что ты от меня скрываешь? Я не могу сказать, тебе нужно идти туда самому. А если нет, ты потеряешь Мину и Йоко. Их судьба в твоих руках. Черт, мне не нравится твое отношение, но я не думаю, что ты лжешь. У меня такое чувство, будто мной манипулируют. Это неприятно, но я пойду. Но если мы выберемся отсюда живыми, я хочу знать все. Справедливо. А теперь иди. Так. Ох уж эти японские сюжеты. Да. Санта-Барбара, блин. Да. Скажи что-нибудь, ты слаба, не говори. Да-да-да. Да, так вот, я, собственно, начал. Чего? Ага. Интересно, есть ли какие-нибудь игры, которые будут... блин, как сказать, ну... Вот где ты сейчас вот ходишь там и всех рубишь, вот этот жанр, как это, как он правильно? Слэшер, что ли? Ну, ну да, только 2D вот чтобы, а. Да? Слэшер обычно это применительно к таким трехмерным игрушкам. Ну. Вот, блядь, 2D игра с боевкой вот именно ближнего боя, но не что-то типа там этих самых... Мой мозг... не по типу битэмапов, а что-то ориентированное на стычки один на один, что-то там с тактиками и прочим-прочим. Блин. Ну, короче говоря, типа 2D Dark Souls, да? То есть, когда ты идешь по уровню, наталкиваешься на врага, начинаешь недолго пыхтеть, короче, проходишь, там дальше идешь. Вот, блин, я бы такой вообще поиграл бы, мне кажется, прям вообще на ура, если, конечно, там было бы нормальное управление, но мне кажется, его запороть там довольно сложно. Ну, возможно, что-то такое есть. Потому что обычно... Скорее 2D... всего, в инди только в разделе. Да, да. 2D это обычно либо битэмапы, которые, ну, сами по себе мне как-то не особо. Вот. Либо какие-нибудь раунинганы, которые вообще из другой оперы. Как, один замок и все? Да. Тут уже нет таких выпендрежек, как в предыдущих двух. Так, мне бы сейф где-нибудь найти. Я сказал сейф, бать твою, а не это. Дуговой демон, блядь. Это вот дугу шатал. Да, жирный мол. Не куснул он тебя так неплохо. Да, доспех воды зато, да. Не знаю, насколько он хорош. Ну, неплохо. Защиту, по крайней мере, повысил.
какой-то трэш, садомия. Меня вообще сейчас забьет, блин, я не знаю, как наверх нормально забраться. Меня не ёбнули при этом. Ну, походу тебе надо вот демона твой ёбнуть, ну какой-то. Ну, блин. От тебя кира отстанет, я так чувствую. Больно, он летучий. В том-то и дело, что средств у меня, мне кажется, не хватит, чтобы его удачно так. Еще бошки эти ёбаные. Давай, спускайся на мою территорию, дуговая дерьмо. Ну, завалил горем пополам. Хер залезешь. Так, тут мы были, да, тут мы были. Я был бы не прочь еще наверх смотаться. Блин, откуда вы там срете? Этими водяными, блин. Так, тут у нас еще опять карлики. Рядом. Кушай яблочко. Там вот тоже любопытное место. Тут на камне что-то нарисовано, но с этой графикой хер поймешь, что от меня хотят. По-моему, это, блядь, какой-то этот. Тут мне нужно, короче, какой-то хрень, в общем. Вот слева у тебя там какая-то тентакливая баба нарисована, походу. Да, вызывает стену огня. Так, хундина, сила увеличивается, ходит по воде, прыжки во время повреждения. Восстанавливаю здоровье, иммунитет проклятием. Да, ничего полезного у меня нету в этом, для этого места. Придем сюда, возможно, как-нибудь попозже. Блять, у меня на голове выросла хуйня. Портал нашли. Отлично, так. Хотел просто еще тут пообследовать предыдущую локу. Хотя смысла в этом сейчас не особо много, потому что мне все равно придется потом возвращаться. Ау! И меня ёбнуло. А до сейва ты так и не добрался, да? Похоже, нет. Не, не добрался. Чек. Охуенно. Здорово, Тоня. Да, здорово. Всё тут норовит насрать, блин. Блять, на голову откуда. Размножается как сволочь прям.
Так, ну зато мне сейчас возможность снова вернуться туда, куда я хотел, там все обследовать. Просто щит. Ага. Довольно душные ребята, хотя что они тут стоят, ничего не охраняют, непонятно. Эти еще наглые, как танки, блин. Сейчас мне надо для этого Иисуса взять. Я тут тоже ничего полезного, кроме этого мудака. Может, с них дропается что-нибудь интересное? Хрен его знает. Всякое, конечно. Ауч. Может быть. Ну, начался трубадур. Слушай, а что будет, если ты включишь Иисуса под водой прям вообще глубоко? Сейчас посмотрим. Скорее всего, просто на поверхность всплыл. Ну да. Здорово, Ян. Здорово. Ой-ой-ой. Здорово, Арс. Всем здорово, короче говоря. Кто вошел и молчит. Нация, бля. Чё это за французский пидор? О, сейф. Аллилуйя. Так. Любопытный комп. Ничего называется. Что-то как-то в этом вообще. В этой части замка как-то очень много таких мест, где ты заходишь, там. Ну да, судя по всему, уже все обшмонать, чем можно. Ну, кошмар, блин.
Ты, блин. Хвостом поебал ему, получается. Так ёб твою мать, хитбокс как у... Хуй знает чего, блин. О, потерял, блядь, наездник. Скачет тут. Как укорелая. Ой, я же Иисус. Так. Ёпта. Да вы чё, ёбнулись, блядь? Лол. Купите себе, блядь, резинки попрочнее, ёпаш, блядь. Здорово, Спайл. Ну, еще один голем, блин. Для полного счастья как раз не хватало. И опять замолчали. Ребят, расскажите хоть как понедельник прошел, оправдал ли себя он как день тяжелый или все было туизм? Как день понедельник. Да. День без денег, потому что, блин, денег нету нихуя. Они куда-то взяли и растворились, порно. Спайдер, сейчас еще нормально, в начале вообще было, блин. Человек 6, может, максимум. В чате. Так. Что я хотел сделать-то? Что-то я хотел поменять. А, да, наверное, кольцо. Вернее, не кольцо, а душ на головорезы. Чтобы рвать по жопу всем получше. Я тебе отпишусь. Отпишется он. У нас длинные руки. Видите, вот тебе везет, блин. Тащим-то я вчера так, блин, отдыхал. Тут проснулся, хрен на класс. И мне сразу, пошли месить говно. Окей. А, без работы сидишь, ну печалька тогда. Хоть высыпаешься, чё? А чё с работой, ищется или не хочется? Так. Не, всё-таки тут придётся со сциллой ходить. Некомфортно тут висеть, как тело там на поверхности. Хуёво. Ну, с другой стороны, повод покорять большие города. Питер. Ты главное досей вот дойди. Стараемся. Он же где-то здесь вроде не за горами уже. Вот хер его знает, где он там. Блять, каким горам, блин. И эта платформа как нельзя, кстати, съебывается от меня. Не, я лучше сперва вверх обшмонаю, потому что. Не хочу опять с этой дуговой сукой общаться. А чё сидеть с большими зрачками-то? Чё-то я как-то не вкурил. Я вот в Москве живу, блин. Чё, с моими зрачками, по-моему, весь.
А, воздух в ваших городах грязный. Ну, это, как сказать, не без этого, конечно. Это тоже, знаешь, от города зависит, на самом деле. Мне кажется, что если город даже небольшой, но какой-нибудь весь усмерть промышленный, то там еще пизже, чем у нас, блин. Он у меня, вот самая подруга в Донецке живет, ну, как жила и живет. Вот, формально, да, как бы в Россию только переехал, но не суть, короче. У них там, блин, эти самые шахты сплошные, там вообще пиздец. Город вроде бы и не сказать, что мега охуеть какой здоровый, но с экологией там траблы, что больше не значит хуже. Да и в Москве, на самом деле, кстати, я вот живу, например, в хорошем районе, как бы тут рядом лесопарк здоровенный просто, как ясень. Битцевский, что ли? Нет, измайловский. Вот, ну тоже такой, как бы, кусок леса, грубо говоря. Вот. А тем, кто с окраин живет там где-нибудь на севере, там вообще заебись, там просто полоса такая. Ну как, это же не то, что полоса, просто начинается парк, который перерастает в лес, и там вообще заебись. Короче, я в избежание эксцессов воспользуюсь порталом, наверное. А-а-а, сука! Тихо, тихо, тихо ты! Ты не пугай! Так. Где тут быстрее добежать до сейва? Наверное, с самого начала. Окраина большого города, только одно плохо, то что добираться до центра геморройно. А тем более до другой стороны города. В МСК это ощутимо вообще, там садишься в метро, блин, и надо там на другую сторону, это пиздец там, блядь. Просто час с лишним можешь потерять на перемещение. В тайгу, ну не знаю, тайга меня как-то не особо прельщает, например. Ну да, тайга на любить. Ну да. Хомяк, можно сказать, наоборот, оттуда съехал. Так, блять, пробежал. Ну, Спайдер, да, конечно, можно посмотреть сериальчик в метро, или музыку послушать, или даже книжку почитать. Но просто, блин, я, например, вот жил в Новогиреево, где сейчас РЛА живет. Вот. И, короче, ездил на Пражскую. Это, короче, на метро добираться на минут 50, наверное. И с одной стороны, да, как бы там даже вздремнуть успеваешь, ну, так, в полубессознанке, да, как бы, бываешь? Ну, да. Ну, я вспоминаю, как я на учебу ездил в универ, там, 2 часа на дорогу тратил. О, почти. Ну, вот, и особенно зимой это вообще шикардос, блядь. Люди просто забиваются в транспорт, чтобы погреться, а не чтобы доехать, блядь. Просто стоишь, охуеваешь там 2 часа, там же уже не идет речь о том, чтобы сесть куда-нибудь, там, блядь, просто стоишь. Не, Вен, я ни разу не налетал, чтобы меня обокрали именно, когда я там ездил. Вот. Ну, короче, нет, я просто речь веду к другому, что все это, конечно, замечательно, но просто терять 2 часа жизни только на транспорт, да, там, утром час, вечером час, это как-то печально. Ну, то есть, когда ездишь, вроде это как-то не так сильно ощущается, может быть. А вот я сейчас переехал поближе к работе, я живу вообще там минуток там 20, да, там от нее. И, блин, это 2 большие разницы вообще. То есть, вот этот час, который выигрывается, в конечном счете, он прям так, ну, да, это час для жизни, это заебца. Приехать пораньше, уехать попозже. 2 раз карманы задние резать. А, ну это, блин, это самое, не знаю. Карма. Это карма, да. Не, ну у меня тут тоже маршрут. Это, знаешь, может быть от района зависит, опять же, где-то там. Вон я к этому, блин, к Мельстрому, блядь, приезжал, когда, блядь, и, короче, у меня, блядь, планшет убили нахуй. Вот, когда я в троллейбус садился, тоже просто вообще самым наглым образом из кармана тиснули. То есть тут вообще как бы даже не бессознанка, а вполне себе в сознание заходил в транспорт и хуяк, блин, вошел уже без девайса. Так что это зависит чисто от рандома и, наверное, там, где всяких там элементов
кавказской национальности много шастает. Вот, блять. Там надо ухо востро держать. Да, надо было дачу качать. Так, ну это мы видели, я пропущу. Зазош на нож, короче. Ну, дети, от количества людей. В Москве людей много везде просто. Да хуя вообще просто. Куда-куда несут. О, Арлай пришел. Здорово, Сань. Чё, тебя в конфу кидать, что ли? Ты на это намекаешь? Сейчас у меня тупит скайп, блять, сука, надо его нахуй уже менять на что-то, надо сносить ебенцы. Руки ломать нахуй. Да. Так, сюда я точно пока не пойду, тут пиздец, трэш. Так, сейчас Саню добавлю. Ты чё, я доебался до них? Там тормози где-нибудь, а то сейчас у тебя скайпец как вылетит, неудачно положит. Угу. Сам я, возьми трубку. Блин, ну ёпта. Нихуя себе, ну ёпта. Не ну ёпта, а давай я... подымай. Я поднял, я вообще с телефона с вами разговариваю. Так. У тебя охуенно слышно? Да, блядь. У тебя связь охуенней на телефоне. Чё? Выкинь свой микрофон, короче, в ебеня, блядь. Телефон тащи. Иди нахуй. Не иди нахуй, а так и есть, блин. Вообще просто, блядь, две большие разницы. Земля и небо. Шата... Чё? Шаталило? Чё? Ну вон Спайдер пишет. Привет, Шаталило. Хуя себе. Сайт даже голос чуть-чуть другой, мне кажется. Ваш микрофон нормальный, блин. Просто он у меня около ебала находится. Вот из этой куска говна надо душу обязательно выпить. Я это буду делать, правда, хуй знает. Я нихуя не вижу. Пиздить его, пиздить. По поводу того, что там это, кто-то вытаскивает там, блядь, планшеты, телефоны из карманов, блядь. Просто держишь на расстоянии, кто-то начинает, блядь, там пихаться, ТТП, блядь. Хорошенько пихнул просто и все. И главное все держать при себе, блядь, и чтобы, ну... был, ну как бы была возможность тебе это, ну чтобы у тебя все было перед лицом, короче. Поебал сердушки, просто пихнул и все. Пизди всех в автобусе с ножом заходил. Не, ну у меня получилось как, у меня планш лежал в кармане в куртке, а я как бы заходил в троллейбус там или в автобус куда-то, и там просто такая ситуация, что ты тянешься руками к этому, блять, с билетом там, чтобы продолбать его через этот. Угу. Через эту хуйню, короче говоря. И как бы там же тамбур во всех этих троллейбусах, автобусах такой. Хуя себе, боксер. Удобный, короче, там ты вообще полностью теряешь контроль за тем, что у тебя сзади находится, грубо говоря. Вот. А и тебе. Сзади, ёпта. У меня нахуй. Не, ну просто тебе. Рюкзак, блять, кто полезет, ты мне еще поебло отхватит. Ну, блять, у тебя рюкзак. У меня не было рюкзака, короче, поэтому. До меня дотянуться рукой и тиснуть, как бы девайс было просто. Тут плохо, короче. Да, вообще пидорасы, блядь. А вообще это все мель виноват, сука, блядь, живет в каком-то ненадежном районе. А, так, блядь, давай его вообще отпиздим, короче. Как будто его мало, да? За планшет! Может он испиздил, да? Он нанял, короче говоря, этих там, блин, непонятных этих. Хачей, ёпта. Да. Наниматель хуев, блядь. Стелс-миссия, блядь. Ага, стелс, блядь. Ну, кивич-то не забить. Просто меньше надо ебалом торговать. Короче, босс Легиона опять. О, тефтелька! Оп. Так, ну чё, я попробую нахуй ДС за это запустить, блядь. С мегафлешками. Ты как сегодня доехал до хозяйки?
успел. Да я и до хозяйки, блядь, успел доехать, и до чувака успел доехать, и тут как в жопу ужаленный, блядь. Сука, эти бабки меня заебали, эти черти меня заебали, блядь. Еле ползущие, нахуй. Просто вот, блядь, охота, блядь, разбежаться в горб, как дать, нахуй, с ноги, чтобы она, блядь, полетела просто. Блядь, я сегодня тетку увидел, вообще атас, короче. Ну, правда, оказалось не критично, потому что в метро вход был свободный достаточно, турникетов много было, вот. Но меня порадовало, короче, значит, идем, значит, я, и ну, тетка какая-то передо мной идет, и я. Заходим, значит, в метро. Вот, идем так, в турникет. Стопай, погоди минуточку. Слушайте. Вот, у тебя опять стало все хуево, короче. А я на ноутбук переключился. Вот, короче говоря, идем, значит, так, ну, зашли через двери, да, идем к эскалатору, это, в смысле, турникетом. Вот, тетка передо мной, я примерно за ней. Она, значит, подходит к турникету, который, не, ну, как бы, не совсем крайне справа, а где-то там второй или третий по счету. И, короче, просто останавливается перед ним и смотрит куда-то в сторону эскалатора. Просто она начинает стоять и смотреть вперед. Да, блять, нахуй, сука. Просто подходишь к ней в ногу. Наркоман, что ли, блядь. Встает она. Вот, нет, просто там штука в том, что народу больше толком не было, я как бы там все проходы были свободны, я ее погнул и все. Но просто, блядь, реакция просто... Ты ее погнул? Я ее погнул. Насмерть, блядь. Сани бы погнул, я бы не сомневаюсь, почему. Хуяк погнул. Ну просто это пиздец, как бы, ну, хорошо ты там, может быть, она встречала кого-то там или еще что-то, но зачем подходить вплотную к проходу через турникеты и, блять, останавливаться и нихуя не делать, просто смотреть вдаль, блять. Что ой, за хуйня? Замечтались, ёбаный врат. Вообще пиздец, блядь. Ой, да бабы вообще, конечно, да не только бабы, на самом деле я мужиков таких встречаю, которые начинают тупить просто. Знаешь, идет мужик, блять, тоже там где-нибудь встает, там, у входа или у выхода с эскалатора, просто, блять, встает, сука, в паре шагов, блин, от ленты и начинает стоять, блять, что-то там копошить. Блять, ну, чувак, ты нашел, блять, место постоять, ну, вот просто вот. Да я с таким, вон, это называется, на краснопресненке, блять. Блять, иду спокойно, идет мужик, блять, посреди людей, там, сука, и так необъятный, и он еще медленно, размеренно, и бьет в другую сторону, блять. В него там все втыкаются. Я в него втыкаюсь, посмотрю на него, я говорю, давай иди, блядь. Он зашкварник, короче, вниз. Хуяк, блядь, он в стену. Зашкварник. Ну, так получилось, я, ну, он стоял, и я, ну, как бы, в него врезался, на него посмотрел, его обошел на пару ступенек, стал повыше, нахуй, толкнул его, короче. Он там, блядь, баран ебаный, блядь. Замычал там. Сказал добро и позитив, блядь. Я ебал этих уродов, нахуй. Просто ну в натуре уже маразм. Фигня, блядь. Блядь, сука, если там тут подождать, блядь, отойдите в сторону, сука. Нет, надо встать посреди прохода, блядь. Да прыгнись, чё ленький. Драчить нахуй рекламу. Теперь для всех реклам сделали прям сразу клип. Это меня... ну да, кстати, они даже писали вся это самое там в Твиттере, что теперь. Уменьшили количество рекламы, чтобы она не так часто показала. И крестик. Крестик на лекции. Блин, вообще у меня на самом деле есть такой это самое блокнотик небольшой, я имею в виду в онлайне, естественно. Куча желаний. Нет, короче, да, я туда собираю, короче, это, у меня он называется «Люди, которые бесят». Вот. И, короче, я туда пишу вот, блядь, вот этих мудаков, которые, блядь, сука, бесят. Которые, блядь, вызывают лифт в обе стороны. Которые, блядь, с эскалатора хоть как. Ебать, блядь, сука, чем им, чтобы нахуй они не вызывали так лифт. Блядь, короче... Лифт его еби. Всех раз туда, блядь. Видите, на голову нахуй. Блять, есть лестница наверх, нажмите кнопку наверх, блять. Нет, надо нахуй нажать вверх-вниз, чтобы мы, блять, поехали еще в подвал. Ну пойду бы нахуй, на туре, блядь. О-ля-ля!
презентация нахуй, ее форматировать, и будем кидать паромы. Блазер хочет со списком познакомиться. А, не, потом как-нибудь. И мне надо его подкапить. Он меня. Я сейчас посмотрел, он у меня какой-то маленький, я, видимо, увидел в двух разных местах, надо их это собрать. ЖЗЛ, жизнь замечательных людей, блядь. Да. А теперь что говорить, когда же. Не, вот меня, например, бесят люди, короче, которые на эскалатор в метро, да? Идет, короче, блядь, невъебенная толпа. Ну, не то, что совсем невъебенная, не час пик, ну, такая ощутимая, скажем, да, такая, которая через эскалатор уже не считает. Вот он, блядь, и ногами нахуй вниз. Нет, короче, эти пидорасы что делают, короче говоря, да? Ну, допустим, у тебя, значит, час пик, например, да, огромная там толпа на платформе. Что делают люди? Они встают как бы по два человека на одну ступеньку, да, и едут. Это как бы, ну, нихуя особо не спасает в час пик, да, но не суть важно. Это как бы, это лучше, чем поодиночке. Блять, ну сука, если у тебя не час пик, но у тебя все равно много людей, у тебя скапливается какая-никакая кучка, блять. Но эти суки, блять, они встают, сука, на правую часть, сука, эскалатора, блять. Все как один. И целая, блять, половина эскалатора нихуя не работает. Только для того, чтобы какой-нибудь один, сука, пидорас гондон, блядь, пешком прошел по эскалатору. Сука, встаньте все на две ступеньки, блядь, никакого затора вообще нихуя не будет никогда в жизни. Ура. Нет, блядь. Ну, в этом, да, я с тобой согласен, потому что это тотальный пиздец. Это пиздец, то есть люди толпятся внизу, чтобы пропустить кого-то бегущего, в то время как, блядь, никому не нужно было бы бежать, если бы все встали на ступеньку, блядь, по два человека. Ну еб твою мать, ну. Пиздец. Ладно, я понял. Бесят ебучие парочки, которые в том же метро за руки, блядь, держатся. О, сука, да. Идет огромная, блядь, толпа народу. Эти пидорасы сцепились, блядь, и держатся. Бензопила для этого есть. Сука, их хочется распилить, нахуй, руки отрубить. Потому что, блядь, их не обойти нихуя, ничего, блядь. Ну, пиздец, блядь. Ну, пою, почему? Доктор Осьминог, блядь. Здесь за пупу держится. Ну, знаешь, я вот, ну, как бы, например, стою на эскалаторе. Я стою на нижней ступеньке, она на верхней. Все на одной линии, все отлично. Почему, блядь, другим, сука, мешает? Вот что мешает им встать так? Они встанут, сука, на одной... Их не дотрах, ты не понимаешь. Ступени, блядь, блять, они там нахуй. Там еще, сука, руками машет, я одной как уебал тогда нахуй, блядь. Молодой человек, вы что, блядь? Нет, вы охуели? Ахать, чему ебаная, блядь. И короче, блин, вот так всяк. Да, тут рвет людей. Меня пить. Ебаный, вот тут Москва. Ебать, как я люблю метро, блядь. Вообще пизда нахуй. Просто, блядь, рваная жопа от этого метро ебаного. Не знаю, еще бесит, ну блин, это уже как бы не то, что бесит, да? Но вот чисто раздражает, вот то, что меня раздражает. То, что люди не виноваты в этом, нет, нихуя ни разу не мудаки, но просто вот раздражающий момент. Когда ты идешь по улице просто... Патологоанатом, блядь. Когда ты идешь, а? Вот. Ты идешь, короче, просто по улице. Допустим, улица узенькая, да, много людей, там толпа, допустим, или просто впереди тобой, впереди тебя там 2-3 человека перегородили улицу, там, да. Ну, как бы идут, они вроде бы не мешают, но они идут чуть-чуть, капельку медленнее, чем ты своим обычным шагом. И тебе приходится, тебе вроде бы не хочется их обгонять, потому что они идут, ну, практически так же, как и ты, но чуть-чуть медленнее, приходится чуть-чуть сбавлять шаг. И, сука, ты такой, блять, сука, ну когда же это кончится? Когда же, блять, сука, и ты, блядь, прибавляешь шага и прорываешься нахуй через них, чтобы просто не тормозить, блять. Хотя, казалось бы, блять, минут, ну, совсем медленнее чуть-чуть совсем, чем ты. Чуть-чуть, вот это чуть-чуть, оно бесит, блять, больше, чем если бы они медленно шли, и ты бы сразу их обошел. Какая хуйня. Ваше здоровье, да, я продолжаю употреблять тройной пшеничный эль. Вот, его еще немножко. А, так ты бухаешь там сидишь? Да, конечно. Ты охуел. Да я твой, сука, рот шатал нахуй. Блять, нахуй, что за ты уморозилась, блядь. Иди в пизду, блядь. Положение недоступно, блядь.
Я вот сам, блядь, не сбавляю шаг по этому полку, там, кто там идет и не идет, идешь, блядь, медленно, нахуй. Не идешь, блядь, скрываю, нахуй. Нет, я тебе говорю, получай, одно дело, когда идут медленно, да? Когда ура! Проходишь мимо них, как бы обходишь, да, все. Это как бы один вопрос. Ну просто вот у меня реально бывает иногда, что люди идут практически с той же скоростью, что и ты. То есть ты даже, ты вот, блядь, между тобой и ними могут быть там три шага, и ты их будешь догонять, сука, несколько минут. То есть они идут прям ну, совсем незначительно медленнее, чем ты. Ну это, блядь, так выносит мозг. Бомбалейла. Да, не, ну это не бомбалей, говорю, это чисто раздражающий такой фактор просто, когда вот наталкиваюсь, когда я на это наталкиваюсь, у меня такой, блядь, ну ёпта, опять эти судьи попали. Это, конечно, не дотягивает до бабок с тележками, до тупящих, блядь, сука, кошелки, блядь, эти. Нет, не те кошелки, понеслась, которые... Понеслась. Нет, вот, да. Короче говоря, сейчас список зачитаю, даже дополню, так чувствую. Люди, да, я про это уже говорил. Хуй на облюде, да. Хуй на облюде, короче. Обычно, блять, это девки. Но бывают и парни, короче. Которые, сука, свои магнитные проездные билеты, блять, вот им достать западло. Они будут брать свою шумку. И они эту шумку, блять, будут, сука, прикладывать, блять, к этому валидатору, нахуй. Где-то там во внутреннем кармане дамской сумочки, набитой всяким хламом, билетик, блять, который должен отозваться на валидатор, блять, сквозь слои говнища, блять. И они еще прикладываются не той стороной, и они начинают тыкать, блять, сумкой. Или там мужики, если они начинают, блять, через карман пытаться пританцовывать или кланяться этому валидатору. И у них нихуя не получается, в итоге они тратят время, достают билетик, блять. Почему нахуй? Ты видишь, сука, подошел автобус, блядь. Почему тебе не, блядь, не достать билетик, пока автобус на горизонте, блядь, пока он открывает двери, пока он выпускает других пассажиров, у тебя куча, блядь, времени достать сраный билет. Что тебе мешает? Почему надо тупить непосредственно, блядь, воткнувшись в валидатор и такой, да, блядь, я не могу войти. Что это за, блядь? Хуйня такая. Почему, блядь, я всегда держу его в кармане куртки, блядь, и мне секундное дело достать билет, блядь? Почему даже я в такой ситуации всегда заранее его достаю? Почему они не могут этого сделать? Потому что это люди. Это просто пиздец. Просто пиздец. Винарлин, просто убей себя. Вот я ни разу у тебя не было фейла, когда ты прикладываешь куртку, она тебя нахуй посылает. Вот. Знаешь, я стоял за тобой и ненавидел тебя в этот момент. Лол, блядь. Какую, блядь, куртку, я тебя не понял. Не, ну просто когда магнитный билет во внутренний карман, например, куртки, да, и пытаются прям через нее прочекать это дело. Меня больше убивают бабки, которые, блядь, со своими нахуй огроменными сумками начинают там тыркаться около этого, блядь, турникета, нахуй. Он ей орёт, что иди нахуй, ёпта, неверная карточка, блядь. Неверно. Они иди нахуй, неверный. Пытают, блядь. Не, ну это... Ну, блин, ну бабки, ладно, им простительно уже мозги. Хоть нахуй простительно, блядь, заебали нахуй. Ну, блядь, сам таким будешь, знаешь, это тоже, блядь. Стукнет тебе лет 70, мозги уже будут такие, что он тебе говорит? Вот, никто не... Я как бы к бабкам отношусь более-менее спокойно. Нет, мне бывают, конечно, те, которые выводят из себя, но в основном, как бы, бесят больше молодухи, которые, блядь, сука, тупят просто. Вот этим, сука, простить вообще никогда жизни нельзя. А больше бесят вот эти ебаные тупые пёзды, которые ходят там, блядь, с планшетами, с телефонами, вот в них уткнутся и ползут, блядь. На меня один раз такая наехала на этой, на Бауманской, блядь, она мне нахуй спину такая, хуяк, короче, я не поворачиваю. Идите быстрее, молодой человек, типа, снимите рюкзак, блядь. Я нахуй по планшету рукой просто хуяк и все. Ну, на самом деле, ненавижу людей, которые носят в общественном транспорте рюкзаки, сука, просто. Почему? Почему? Серийное убийство, блядь. Объясняй, потому что рюкзак... Ты до меня доебись, блядь, сначала. Да, сейчас я это сделаю. Ехать, вот доебись потом до меня, нахуй, я на тебя посмотрю.
Короче говоря, почему меня, сука, бесят люди, которые носят, сука, ебаные рюкзаки? Потому что эти, блядь, ебаные рюкзаки, они огромные, они, блядь, размером с человека, сука. И когда этот хуй, блядь, не побоюсь этого слова, начинает, блядь, разворачиваться, он сносит своим рюкзаком вообще нахуй всех. Понимаешь? Не хуёт стоять перед рюкзаком, блядь. Блядь, а как не стоять, когда ты, блядь, в час пик... Ну, рюкзак, поведуйся, блядь. То есть, понимаешь, одно дело, когда этот рюкзак можно обойти... Нет, ну, как бы я не имею в виду тот случай, когда, например, блядь, в свободный вагон и человек с рюкзаком вошел. Ну, хер с тобой, ты никому не мешаешь. Ну, когда в час пик, блядь, люди, сука, с этими рюкзаками втыркиваются в вагон, блядь, ты уклониться не можешь, если человек делает неловкое движение, он этого вообще нихуя не замечает, но тебе этот рюкзак херачит по морде, например, или отрывает пуговицу, или делает еще какое-нибудь непотребство. Это то есть как бы... Делай рюкзак, у меня все нормально. Ну это пиздец, нет, это пиздец. Это даже дело касается не только рюкзаков, но и, например, сумок на плече. Это, как бы, казалось бы, мелочь, но когда реально там как кильки в банке, блядь, все запакованы в вагоне. Любое движение, сука, этой сумкой, блядь, любой поворот, он приводит к каким-то лютым последствиям, потому что, блядь, тебя царапают, тебе, блядь, пытаются что-нибудь оторвать, снять с себя наушники, например, потому что, блядь, эта хуйня зацепилась. Вот, это куча неудобства. Причем человек, который с этой сумкой или рюкзаком, он вообще не замечает, ему похуй. Вот, он как бы, блядь, думает, что у него все нормально, блядь. Ну, у него все нормально, но у человека, который рядом, у него нихуя не все нормально из-за этого сраного рюкзака. Насчет других, не знаю, у меня такой был один единственный инцидент, когда бабуля со своим, блядь, мега охуенным платком шерстяным, у которого, короче, плетение было крупное. И вот были крупные вот эти вот дыры. Она зацепилась за мою молнию, короче, на рюкзаке. И потащил. Я, короче, вылетаю, блядь, из этого, из вагона, блядь, чувствую, что-то нихуя там это быстро не получается. Смотрю, там бабка там, короче, блядь, орёт, стоит нахуй. Охуя. Я говорю, ой, извините, блядь, я подошел, короче, ну, как он называется. Извинился и пошел дальше. Но это был один единственный раз за хуй знает путь. Нет, Салют, поверь, меня эти люди бесят просто. То есть, ну, мне они встречаются довольно часто, потому что я езжу на эту ебаную Бауманскую, там то ли студентов много, ничего. То есть я постоянно, ну... Студентота бесит, вот именно что бесит студентота, которая... Да дело не в студентоте, просто... ...махает, блядь, своими рюкзаками, блядь, с этими... ёбаными куриными лапками, там, блядь, своими веточками сраными, блядь. Да дело не в веточках, дело в том, что за спиной, блядь, у них висит херня, которую они сами не чувствуют, блядь. Вот, пидоры они ёбаные, короче. Окей. Блин, и чё ты мне... Слушай, чё-то я ещё хотел сказать, я вспомнил, но забыл. Ещё какие-то люди меня тоже неимоверно раздражают. Короче, если начнут людей убивать в метро, вы знаете, кого искать. Ой, нищие без ног, я их, кстати, игнорирую. Они, слава богу, не суются в тот момент, когда вагон переполнен, а когда вагон пустой, ну, как бы я в наушниках, мне насрать. Надо качать их. Так, сейчас. Я этот стрим потом буду смотреть, короче говоря, и записывать за собой, потому что я сейчас уже столько херачил нового, что у меня бы в списке явно этого не было. Ты в натуре какая-то. Что? Я милейший души человек. Я всех люблю. Я тогда тоже был. Я просто самый милый, блядь. Эй, вы, блядь, троглодиты, гладиаторы, ё-моё. В сторону Купчина. Вен живет в Питере или у нас? Потому что я помню, что там такое. Прошайки торговцы. Блять, нахуй, у нас эти торговцы сейчас не появляются в час пик. Я начал их нахуй там раздавят. Ну как бы да, еще и товары. И товар отберут, и пизды дадут, нахуй. Добьют почки.
О, ёпта, Винкс Клаб, на. А, ну да, кстати, еще отдельная категория людей, которые неимоверно душатся. В основном бабы. Да, ну. Это не только бабы, я могу тебе сказать сразу, потому но что нет, в основном мужики с перекаром или, блядь, надушенные. Я объясню, какую, знаете, или все вместе. Я объясню, почему бабы. Потому что во мне 1.92 м или там 3 сантиметра роста. Хуя себе. И, сука, эти ебаные... Я его ебну. И чё? И всё. Лол. Бывает. А, Макс вернулся, поэтому все нас слышат. Я повторю в третий, сука, раз. Меня бесят тёлки, которые, блядь, тыщут со своими пышными прическами мне в рожу. Вот, я не могу вернуться, от них воняет, блядь, каким-то, блядь, тройным одеколоном, блядь. Я такой, ёпт вашу мать, дышать нечем, блядь, сука, это ебаное метро. И все закрыли, конечно, стекла нахуй, потому что всем дует, блядь, вы пидорасы. Да-да-да-да, меня убивает, когда, блядь, все стоят, сука, обливаются потом, блядь. И похуй, говоришь, открой ёбаную форточку. Блядь, мне будет дуть нахуй. Я иди нахуй! Нахуй иди, сука, блядь! Полезай в форточку, блядь! Мне тут дуться самого нахуй, блядь. Если тебе, блядь, дует, пиздуй нахуй отсюда, ёпта. Катайся сверху, ёпта. На крышу. Я, блядь, так поднадую нахуй, она охуеет, блядь. Блин, ну слушай, меня раздражает ещё какая-то херня, блядь, я не могу вспомнить, что... Я хотел сказать вот... Вот фен, вот, блядь, вот фен вот сейчас вот прокально написал, вот, когда, блядь, стыд какая-нибудь ебанутая овца, блядь, своей прической начинает тебе в ебало лезть, блядь. Я один раз наш бан такой поймал только, ну это... Я без пастрых, нахуй. Короче, она охуела, блядь. Типа, чё ты, блядь, делаешь, нахуй? Я говорю, блядь, сука, поправь всю прическу, нахуй, от моего лица, блядь. Что за, блядь, сразу нахуй годом. Волосы, сука, в пучок собрала, блядь, немедленно, ёпта. Чувак, даже пучок бывает так стоит, что он тебе въебало постоянно лезет. Ты от него увернуться можешь, он торчит в одну сторону. Я не могу, блядь, от него вернуться, когда нахуй в час пик, там, блядь, хоть ты, блядь, не вздохнешь, не пернешь, блядь. Как Нео будешь от пучков уворачивать. Так вот именно, блядь. Там вообще пизда нахуй, блядь. Какой нахуй это пучок, блядь. Не, ну от пучка ладно, нет, пучок полбеды. Ну понимаешь, ну встала, ну не ударил. Ну что же ей делать, блядь, на лысо, что ли, побриться? Ну, блядь, нахуй на лысо сразу, ёпта. Да, сайт тоже сам, себе ходит. Сам лично нахуй, поблею, блядь. Парикмахер от бога, блядь. Никому не нужен нахер, блядь, ну что же я забыл, что... Ну, со мной кататься в метро, нахуй, у меня-то мать приезжала, короче, она приезжала в будний день, короче, ну, она приезжала на белорусский вокзал, самолет этот, вот. Короче, чё, блядь, белорусский, вот. Пытаемся зайти в метро, блядь. Ну, я, ну, как бы, с её небольшой сумкой, и она там, то ли с пакетом, то ли с чем. Ну, то есть, ну, как бы, небольшой. Я искал, держись за мной, короче. Она сразу поняла, что, блядь, здесь не все так просто, короче. Чё, блядь? Приезжает, блядь, этот ебаный трамвай, блядь, этот ебучий поезд, блядь. Открываются двери, нахуй. И стоят, блядь, вот. Сука, меня бесят эти уроды. А все стоят, вот, блядь, все толпятся вот у ебаных дверей, блядь. Я стою, нахуй. Никуда не сюда. Я уже, блядь, тупо беру сумку в руки перед собой, нахуй на саран. Я говорю, блядь, дайте пройти, уёбки, блядь. Там все там, я говорю, заткнись нахуй. Там сразу мать такая, типа, нихуя ты, блядь. А хули делать-то, блядь? Хуя ты дерзкий. На входе, блядь. Ну, короче, как-то так. Поэтому нахуй, блядь, только что-то мешает, блядь, сразу нахуй это. Блядь, что-нибудь, короче, надо с ними делать, блядь. Не выходит из поезда, это Балтийского. У нас на Курске так же надо. Да ладно, на Курской где? Всем выходят и входят. И 9 часов там был. На Курской? Да.
какая-то. А, ну в смысле не выходит, потому что платформа что ли переполнена? В каком смысле? О чем речь? Опять открываются двери, нахуй. Те, кто хочет выйти, а их затаскивают обратно. А, ну да. Задницу, бля. Да, это норма. Ну там надо просто резче быть, короче, надо просто всех ебашить надо просто, и все. Там как самый резвый, нахуй, там, бля, хуяк там, блядь, пристроил жопу, хуяк, все нормально, бля, встал, так спокойненько поехал. Один хуй пидор, ебаный. Не, ну в данном случае пидоры те, кто, блядь, так спроектировал станцию и всякое прочее. Ну это тоже, ну и... Вернее, даже не столько станцию, сколько, видимо, инфраструктуру наверху, потому что, блядь, на этой Курской там пиздец какой-то вообще наверху творится, там все, блядь, люди, все там. Там, по-моему, на трех вокзалах даже, блядь, народу меньше, чем на этой ебаной Курской. Все пидоры. Просто все пидоры, блядь. Короче, я жду, когда наконец-то Бауманскую отремонтируют, там хоть... Я понимаю, что там не сделают второго выхода. Да там не будет, ну там добавят один эскалатор, слушай, Саня, это, блядь, это просто... Еще один, блядь, охуеть просто. Это охуенно, там, понимаешь, там выходить хотя бы будет более-менее получше, блядь. Не с двух эскалаторов, а с трех, блядь. Это ж, считай, 50%, блядь, выхлопа побольше станет. Это же вот всем, блядь, вот в ебаный шар. В ситуациях я делаю проще, короче. Я вот протыкиваюсь, вот, блядь, к дверям, стою вот с краю специально, короче. Только открываются двери, просто, блядь, руки вперед выставляешь и, блядь, просто идешь тупо вперед, короче. Похуй, там кто стоит, там, блядь, женщина, там, хуенщина, вообще быстрее. Потому что вымораживает, в натуре, блядь, по-черному нахуй. Не выйти, нихуя не сделать, они там, блядь, ооо, блядь, хули ты, блядь, куда положишь? Нахуй пошел, чмо ебаное, блядь. Чё ты сказал, блядь? Нахуй пошел, ну и так далее. Короче, как-то так. Конец-то уебал. Вот, блядь. Ох, блядь. Вот, блядь, с тех пор я, короче, просто вот ненавижу людей, ненавижу метро, ненавижу Москву, блядь. Но пока приходится тут вставать. Да не, Москва прикольный город, на самом деле. Как бы не без недостатков, но к ним привыкаешь и... Это вот количество муравьев, которые тут живут. Увы, да. И все, блядь, приезжает. Это, особенно это хочу ебаный, приезжает. Едет метро, воняет. Сука! Слушай, я сегодня, короче, ехал в этом, в автобусе. Я видел, блядь, вот, короче, видели эту картинку с двумя гопниками, да, вот, блядь, таким. Ну, короче, вы поняли, о чем. Ну. Да. Блядь, вот я видел, вот просто, сука, вот, блядь, прям, вот, да. Один. Короче, один был вообще убитый в хлам, а второй, блядь, сосал, потому что зубов нет. Сосал палку колбасы, блядь. Это настолько эпичное зрелище было. Блять, у меня телефон не захотел фотографировать, потому что у меня он разряжен из хлама. Чтоб тебя там потом палкой колбасы, блять. Это такой лол был. Просто я не думал, что они, блять, в природе такие, блять, бывают еще. Ну, блять, да, бывают, сука, ездят в автобусах. И сосут колбасу. Че ты доебался на колбасу? Просто, блядь. Нет, там не в Абибасе они были, они в каких-то, блядь, грязных шмотках, в которых там уже нихуя не поймешь, блядь. В общем, какие-то бомжеватые типчики такие вот. Ну, блядь, с палкой колбасы, сука, который один из них сосал, блядь, безумным ртом. Ну, заеби, блядь. Это вообще, блядь. Блядь, я самого как палку колбасы. Причем сосали они колбасу, походу, вполне себе неплохую, там какая-то квадратная палка, блядь, сырокопченая, я уж не знаю какой, но обычно они вроде бы стоят, блядь, 5 рублей там, я не знаю. Пососать не грех, блядь. Ну, может, они ее год сосут уже, я не знаю. Это просто трэш, блядь. Более эпичную комнату они не могли сюда добавить. А, может быть, и спиздили, кстати, да. Не, на. Вообще, блядь, я не голодный, блядь. Соси колбасу, сука.
Блять, я уже как... Качка слышу. Соус куальки, блять. Что за нахуй там творит? Что ты там хочешь? Кто там что-то там явился, что ли? Да. Ой, блядь, да, конечно, короче. Такой никому не пожелаешь и не посоветуешь. Это да. Да, блядь. Нет, конечно, в самом факте состояния колбасы ничего постыдного нет, я считаю. Главное, не иметь при этом рожи, ебать ты лох, блин. Вот это главное. Соси до старых лет, блядь. Соси там пасты, блядь. Ой, намалывай пасты. Фу, блядь, со скольки нахуй, а не со сколько, блядь. Что нахуй, у меня за день такой? Чего? Да я все, блядь, пытаюсь написать, сука, ебучее предложение, пишу вместо со скольки пишу сначала, со-су-аль-ки. Ну у тебя, короче, колбаса из строя вывел. Дезориентировало, блядь. Вем пишет, что видел токсикоманов малолетних, одному лет 11 было, второму вообще 9, наверное. Они дышали с банки какой-то гадостью, запах чувствовался то ли бензину, то ли асфальт. Ну и хуй им в руки, блядь. Как бы, что я могу сказать, блядь? Ну это да, на самом деле. Это с одной стороны печально, с другой стороны, блядь, Дарвин просто рукоплещет этим людям. Естественный отбор сразу. Ты им не объяснишь, что это хуёво. Они и так знают, но им похуй. Как сигареты, блядь. Как бы да. Нет, одно дело, когда там кто-то подсаживается на эту хуйню, там, знаешь, там, реально там в плохую компанию попал, тут можно посочувствовать, да и только, блядь. Да, блядь, ну и ты чё, плохая компания? Не от большого ума они в неё попали. Ну да. Ну да, опять же. Я сам, блядь, был во многих, блядь, хуёвых компаниях, но я чё-то не токсикоман, не наркоман, не алка. Чё так? Ебать ты лох. Хуя себе. Попал в компанию и стал наркоманом, блядь. Да чего ты? Так, ладно, я не буду в это играть. Ангелочки с джойстиком, блядь. Да нахуй, записывай, чтоб меня под забор. Да. Вот, а тут еще один, блядь, сука, оказывается, как это... О, Metroid Hunter, ёпта, лисуха, ёпта. Чего, Metroid Hunter? Metroid. Да, Hunter, блядь. Metroid Hunter. А, Hunter. Да. Metroid Hunter? Да. Что же это такое вообще? А, блядь, Metroid, надо. Ну, блядь. Логично, ёпта. Ну, ты спрашиваешь, я тебе отвечаю. Чё ты, блядь, мне идёшь мозг, нахуй. Ой. Мне нравится, как скелет, блядь, отважно бороздит что шипы, блядь. Ага. Твари ебаные, блядь. Ну, короче, перчи, блядь. Ла-л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 а
Ну, как тебе кольцо? Редкое кольцо, говорю. Сорян. Увеличивает вероятность найти редкий предмет. Но. Пускай валяется. Ой, блядь, может зелье. Чё за пиздец, почаще буду выпадать. Что рукой? Рукой. Так, ну чё, вставляем, проверяем. Ок. Так, сохраняемся и к боссу хуяли. Ты чё, сегодня в Бладомну, что ли, играешь? Или ты хочешь добить фестиваль? Да не, я просто спрашиваю. Чё ты там в ДС полез? Думал, ты ДС-ку стримить хочешь? 700, блядь. Эпичные приключения, пеляти. Ну, ёпта. Так, ну, на...
его, да, один. Бассера, блядь. Мне, блядь. Ваня, 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 кстати, пропустил чемодан на работу. Сосатель колбасы, блядь. Бомж Петрович. Дворник, ёбаный. Ты охуел пиздить меня кулаками. Блять. Че у тебя вторая рука отнялась, что ли? Ой, вот это началось веселье. Блин. Костя, что ты? О! Это ж этот пидорас, ёп. Да, я его затащу. Ну, он лох. Имеет смертельный удар. От имети. Ну и наконец-то я могу в летучую мышь превращаться. Гигантскую. Ну, флеш карточный код. Блять, для запуска. Для запуска важных кусок мне надо иметь, блять, еще нахуй этот, что ли? Ну, систему пароль, пацаны. Ну, опять этот. Ох. Джей, что случилось? Ты такой бледный. Не беспокойся, просто все мои воспоминания вернулись. Что? Похоже, что твоя темная сила помогла вернуть мою память. Как я и думал, у меня есть свои дела к Дракуле. Я думаю так же. Мое настоящее имя Юлиус Бельмонт. Я потомок клана, борющегося с Дракулой много веков. Человек, уничтоживший Дракулу в 1999 году, был... Да, это был я. Но были и другие, кто помогал мне. Если Дракула вновь пробудится, как говорится в пророчестве, я должен уничтожить его, это моя судьба. Ты еще не встречал человека по имени Грэхэм? Грэхэм? А ты имеешь в виду того миссионера? Я недавно встретил его, но увидев мое лицо, он развернулся и убежал. Он сказал мне, что он и есть Дракула. Я почувствовал в нем присутствие силы Дракулы. Но трудно поверить, что он Дракула. Скорее, я думаю... Нет, забудь. Горбун чую неладное. Допустим, что он Дракула, но я все еще не могу убить его. Почему нет? Мне нужно мое оружие. Оружие? Да, это кнут, сделанный специально для меня, он называется «Убийца вампиров». Я запечатаю в этом замке в 99-м, чтобы ослабить его дух. Значит, он где-то в замке. Да, я знаю, где именно. Я пойду и заберу его. Хорошо, пожалуйста, будь осторожен. Молись, чтобы мой горб ошибался. Увидимся. Горбатый мудак. Да, ебать ты, Юлиус. Ну, это тот самый Бельмонт, про который я говорил. Ага. Ну, блядь, Толя Рэклиса в 2035 год, малявский Невизин детей. Тома Круз, да-да. О, блядь, это же какой-то поприятный графинчик. Ну, естественно, да это же. Так, и спиннинг спир, ёпта! Охуеть ты! Вот, и суккуба мне ещё нужна душа. Чёрный плащ, только свистни, он появится. Сука, укусила меня за лицо. Пососи ты мой лицо, блядь. Сейчас будем выбивать из нее, блядь, душ. Удобная комната для этого. Более она тут тупит по-страшному. Блядь,
секунд выбили. Довольно быстро. Не может не радовать. Так. Теперь я еще за удары хип я могу получать. О, Снич! Короче, забань за голову пап. Нет таких голов пап. Вот, это перенесенным усталом, ну, допустим. Это, скажи мне, что, на обычной вкладке мне что, необходимо для запуска башни перенести, блядь, второй картридж, который большой? Я хуею, потому что он стоит, я ебал. Да, блядь. Так, вы отдельно, да, ну, идите нахуй, ба, короче, у меня есть, блядь. И на пейсе. Вот за что я люблю вот DS, то что здесь два дисплея электрические лайны. На одном находится карта, а на втором находится. Мне наоборот так остальное. Не нравится. Я играю с переключением. Мне наоборот вот так вот нравится, потому что, блядь. Ну, блядь, так удобнее, там, бегать. В маленьком окошке, блядь, смотреть на геймплей, как бы, не ахти. Да знаешь, я, в принципе, все вижу. Ну, может, конечно, ну, это тоже зависит от зрения, конечно, но мне, как-то, удобно, там. Во, эй! Это не нахуй. Вот, все, о, неплохо, мне так нравится. Так, опа, опа, ух! Чем ты кидаешься костями? Ну, слушай, ну неплохо, вот что я хочу сказать. Заебись, мне нравится, блять, уже 20-35, да ебать. Купил я, купил карик, ебал. Я тебя сегодня для этого искал полдня. Но так и не нашел. Я хотел чтобы проконсультироваться, какую взять, но тут там, блядь, кто-то пропал, короче, нигде нельзя было найти, я переплевался, короче, блядь. Взял более-менее оптимальное, короче. Школьник клеил, да ты пиздишь, блядь. Сидел, короче, уже в Оркуте. Хавай-махавай! Сегодня ночью все играть будут. Вот. Снова борщи. Оп. Едет. Я нашел супер-мега охуенную сортинку, просто, блядь, божественную вообще. Ничего. Короче, она позволяет тягать. Короче говоря, в Linux есть такая фишка, что ты можешь зажать, например, Alt, вот, цепануть окно мышкой за вообще любое вообще, ну, внутри окна просто такое, зажать ее, да? И ты можешь окно это двигать. То есть двигать его не только за заголовок, но просто можешь вот с альтом за любой вообще кусок окна захватиться и тягать куда хочешь. Вот эта софтина позволяет это сделать. Причем даже позволяет назначить кнопки там, типа, с зажатым там винкеем, например, и правой кнопкой мыши, например. Блять, охуительно удобно. Просто вообще, да я, сука, столько ждал, когда наконец что-то такое сделают. Я тебя понял, ты там кончаешь. Я, да, вообще, просто это супер удобно. Не, на самом деле, ржака-ржака, это очень удобно, знаешь, в каком плане, что ты можешь это самое, окно за границей экрана увести, как бы, вверх. То есть,
как бы, если оно тебе временно не нужно, ты хочешь его куда-нибудь убрать, не так, чтобы кусочек торчал, просто вот его, блядь, можешь за угол взять и увести, короче, вверх, и тебе не нужно за заголовок его тягать, как бы, это, ты же не сможешь взять за заголовок и утянуть его наверх, правильно? Потому что у тебя мышка упрется. Вот, а с этой хуйней, как бы, вообще не проблема просто. Называется Alt-Track, весит всего нихуя, установок не требуют. Короче, блядь, извините. Да. Вот. Не, на самом деле, вот этот функционал мне дико в винде не хватало просто. Это я настолько в линухе к этому привык, к этому удобству, которое периодически удобно. Ну, вот. А в винде почему-то никто не хотел этого сделать. Вот, наконец-то, наконец-то. Наконец-то я это, как минимум, наконец-то я на это нашел. Короче, я проебал твой рассказ, нихуя не понял, но... Насрать! Ты вообще любишь Windows 8.1, и тебе не понять. Что мне не понять? Что ты на меня пиздишь? Все, у тебя плитки, короче, успокойся, тебе это не грозит. Ладно. О, Хана Монтана, ёпта! О, ёпта, вот он, о чем. Да братони, это братони из индийского муви, ура, он пришел к нам, Хана Монтана. Или это сестра, блядь, Хана, я не знаю, это имя. Не, погоди, Хана Монтана, это Хана Монтана, у нее там еще отец был, вроде как. Кто такой Хана? Там... Кто такая Хана Монтана? Ты не знаешь, кто такая Science Хана Монтана? Блядь. Я знаю только Хана, я знаю только Хану Барбару и... как там, блядь? Хуя ты, блядь. В смысле, нет, он как-то там Джозеф Хана, по-моему, или... Ну, я тебя понял, да. Да, вот, короче, я только этих знаю, перцев. Это Том и Джерри, это да. Ну, да. Нет, Хана Монтана, это, блядь, короче, одна из, блядь, распиаренных на Дисней, блядь... Ой, нашёл ружьё, блядь. Писюх, которая сейчас... Что? Короче, знаешь, это... Breaking Ball, ёбаный, блядь. Ну, клипак, ёпта, с этой, блядь. Я тебе, короче, завтра на работе покажу, ты мне только напомню. Ну, допустим. Что ты там делаешь, блядь? Спайдер знает. Опять, что ли? Опять, нахуй. Это вум-вум будет. Дю. Ладно, блять, тут Sims 2 нахуй, столько версий, я ебал. Мы, я чувствую, мы с вами будем проходить, короче, очень долго. Ты хочешь все, чтобы проходить? Да ты ебанулся, блядь. Чё-то, да? Тут, слушай, тут там, ну, тут на самом деле, как бы, с сюжеткой было, по-моему, только две части. Это вот это вот, и там еще этот, мясная нарезка выпала, которая обычно из стен выпадает. Вот, а там, короче, вот, ну, как бы, две единственные части, вот, ну, именно, с какой-то сюжетной линии. Вот, короче, как-то. Так, а остальные там, ну, это вот тупая, короче, ты, блядь, создал персы и отправляешь его, блядь, ебашить, короче. Хуйня полнейшая, короче. О, Order of Ecclesia, наконец-то вас нашел, на. Что? Последнее метроидование. А. Кослевание, блядь. Косле. Изливание. Сейчас я буду походить с пора, блядь. Я сдохну, блядь, перебью. Наследство кому-то оставишь. Кого? Проходить все Sims. А, не-не-не-не-не. Я сожгу все, что у меня есть, блядь. Блядь, сука, вот ненавижу дампы ромов, блядь. Нет бы они ебанули по этим, по раку называется, не по выходу и, ну, как бы, ну, по списку, а по этому, по алфавиту, блядь. У меня глаза разобещают.
О, Army Man есть. Охуенно. Это коту, короче. Да. Army шпион пидор, блядь. Он фанат Army Man. Ну просто вот его вискосом не корми, короче, дай поиграть в Army Man. Ну нет. Я не дам. Ёпта, пец, брат, блядь, что за нахуй, что за хуйня это, блядь? О, принц оф Персия. Окей. Спайдер, когда там выходит обновление для этих, для Евротраха? Не в курсе? Или они его пока обещают, даты не говорят? Переливание нахуй. Давай качайся, заебал, я. Перевели, да? Че ты спросил? Дата выхода этой. А, что ты запишешь? Кого чего? DLC Евротрах. А? С новой страной. Хочу больше Евротраха. Старвейш. Кстати, Шпути, поздравь меня, я первый гараж купил. Охуенный. Охуенный трехместный гараж. За 180 бачей, в смысле, евреев. Не знаю, как это позвать. Меч Рахаба, блядь. Ага, лугум. Нам знакомый. Ну ты зажиточный боярин, а я начинающий, все нормально. О, блядь, Октоберфест, The Official Game есть, ёпта. Короче, иди бухай. Охуенно. Блядь. Октоберфест, блядь, начался уже. Да я там слышу там это. Ой, GeForce есть, охуеть. Ебать, тут, блядь, куча забавных игрушек, в которые я играл раньше. Нахуй. Чё за GeForce? GeForce, короче, это, блядь... А, эти хомяки ёбаные, что ли? А, нет, это, сука, я перепутал. Там был GeForce, типа, такой, как называл. Там про это, про... вертолетики в будущем, короче. Там такой 3D-экшончик охуенный. Там печать выходила. Вообще было огонь. О, Ghostbusters есть. Блять, покемонов нахуй. Просто до жопы. До жопы, там что-то... Ну они, по-моему, там все одинаковые. Там, по-моему, там только две версии такие. Там две версии, да, короче. Тут одна там, блядь, одни покемоны, во второй... Собственно, там различия тоже в дизайне персонажей. Ёпта, Рэйман, ёп, Гитоки! Я ебал. Мобиоп, Чеон, Жамун, ДС, Корея. Ремейк из ГБА, почему ремейк? Там, по-моему, своя серия. Там своя же была, да. Там, блядь, эти, как он называется, всякие... Альфа, Омега... Black and White, Black and White 2. Вот, да, вот, у Black and White тоже. Black and White там даже? Фу, блядь. Ну... Black и White, это да, и... покемон. Я понял. X, Y, же тоже они же не это... Я не помню, они где были. XY, они на DS-ке вроде. 3DS-ке вроде. Ну да. DS-ки. Ну факт того, что да, они были на DS. Там еще какие-то рубины, еще что-то, блядь, там. Руби и Green Leaf это на этом, на дебаб. Там же какой-то тайм. Я её, по-моему, как раз. Там ховер-то хуя всяких раз там было. Я хочу Order of Ecclesia пройти, потому что я, сука, тогда встрял, блядь. На этой хуйне, блядь. Блин, по-моему, я въебал Певчанского и вожу сейчас просто как бог вообще просто.
Альфа. Я, короче, от дружи ехал, у которого он меня просто пригласил там по опыту, там спрашивал там вопросы всякие интересные насчет НАСА и всякое прочее. Заодно отдал мне ассасинов. Вот. А на обратку, короче говоря, там ржака получилось. У него, короче, его приятель, он учится водить сейчас. Он такой, блин, арыч, короче говоря, поехали с это самое. Тебя друг мой подвезет, если что, короче, он учится водить там. Вот, говорит, если не слышишь, короче говоря, погнали. Я такой, а хули, ёпта. Вот. И, сука, я, ну, короче говоря, он сел на переднее, значит, пассажирское такое, и стал этому другану своему говорить, мол, типа, что, как делать. Вот, а я сзади сижу такой, блядь, чувствую, что они в Евротрак, блядь, играют, сука, блядь, это и только начали, блядь. Вот это заебись, блядь. Острое ощущение, нахуй. Коопчики, да говно вопрос. Только, блядь, коопчик. А... Он как думаешь, здесь, ну, там, блядь. Ну, типа, приехать в один город, забрать один и тот же груз, всякое такое. Можно замутить, почему нет? Не понял, там отключается резко. Я тоже попал, блядь. Спайдер, ты в среду работаешь? Провокационный вопрос. Походу нет. Паша, я в среду не работаю. У меня, правда, грандиозные планы по Assassin's Creed, но как бы одно другому в целом не мешает. Я думал на Ассасина отвести часиков 6, так ебануть, потому что там пока интро, пока сюжет раскачается, хуё-моё, там пара часов летят вообще незаметно. А ты какие полдня будешь занят? Первые, последние или где-то посередке? С утра, а с утра? Ну с утра тогда вообще говно вопрос. С утра я заведу Assassin's Creed. Ну, во-первых, я проснусь, блядь, еще не факт во сколько, кстати. Вот. Ебану ассасинов, блин, это самое. А там уж это... Как раз таки... А, часа в три дома будешь. Ну и заебись. Можно будет с трех и там несколько часиков погонять, как бы, собственно. Блять, сука, пидорас, блять, заметил. Что такое, типа, пукан подразорвали? Да мне, блять, этот штраф выписал, нахуй. У меня 7000 после покупки гаража. Штраф. Рунное кольцо увеличит вероятность восстановления МП. Понятно. Ладно, надо пойти покурить, да. Начинать готовиться, блядь. Трешу нахуй. Ну ладно, я напишу, в каком я городе остановлюсь, да не вопрос. Это, пацаны, вы можете сегодня, в принципе, не отваливаться там сейчас. Пиздежа... Да будет, пиздежа уже мало будет, в основном только беготня, да. Ну окей, ты у нас в случае чего просто притормозишь, скажешь, пацаны, сюжет. Да, блядь, мне самому не проебать этот момент. Не, ну твоя озвучка, соответственно, просто, если тебе реально найти еще человека, который бы мог пиздеть и решить... Ну это нужно, понимаешь, это нужно у тебя сидеть, короче, и пиздеть вдвоем. Да. Ну это, блядь, короче, просто охуенно. Твои ёпта, блядь, и всякая такая хуйня, короче, просто возникающая спонтанно посреди диалога на серьезных щах, блядь, это просто охуенно. Просто, блядь, как в переводе гоблина, блядь. За ипца. Будем стараться, блядь. Ну, чё, будет собственная фишка, я. Ахуль. А нам это мне тогда надо псих, блядь, искать нахуй, блядь, на английском и везде искать перевод, короче, блядь. Не, ну ты можешь их просто по ходу переводить, знаешь, что-нибудь додумывать там, похуй, блядь. Это знаешь, как в лихие 90-е, когда сюжеты вообще балды придумывались самими, там, играешь в Дэнди какой-нибудь, придумываешь сюжет. Вот примерно так же. Да не, я думаю, надо это как-то хотя бы газок посмотреть, прикинуть под нос, знать, где начинается, там, ну, это ФП, и уже по ходу этого придумывать. Потому что я тут порой на Бладомане, я такой, блядь, только начинается, я, блядь, куяк потерялся, где текст нахуй? Я начинаю тупить какой-то. Слушай, Спайдер, а ты вторую мафию сам вообще играл? Или это вообще будет прям лютый ферстран, я что-то не помню, ты говорил? Ты играл он, конечно.
играл. Не, просто первая мафия, конечно, божественная. Я прям сегодня начало первого стрима посмотрел там где-то, ну как начало, там первый час, наверное, даже. Там интро вообще охуенное, говорю, просто, блядь, там кинематографично все. И главное, движок, он, ну, такой прикольный, то есть даже сейчас график смотрится, ну, скажем так, вот кинематографичное интро, она до сих пор смотрится кинематографично. То есть, да, там текстурки бедные, хуё-моё, но оно очень классно использует, собственно, всякие кинематографичные вот эти ходы, там, приемы. И прям ты прям так, вот я сел смотреть, и прям я вот заново окунулся в эту атмосферу, прям вообще круто, то есть... Блять, в те времена это вообще просто мега божественно было. То есть ты садишься играть в какую-то игру, блять, и она тебя прям вот хуяк, это как в фильме вообще, короче. Там и сюжет, история и всякое прочее. Очень круто. Ну, это забавный еще момент, кстати. Лодочку покатаемся. Уии! Бац. Так, ладно, пошёл. Лана Седан! Автобан, блядь. Макс, я тебе, короче, скажу. Да ты, сучка. Та-та-та. Я на лазер. Я понял, что я слышу. Отпекуйся, Юр. Ой. Блядь, тут что, Гарри Поттера, как грязи. Ну, блин, а сколько его там? Всяко не больше, чем фильмов-то, я думаю. Ну, да. Плюс там начиная с первой... А, не, почему же еще эти, как он называется, блядь, там, аля, квичку и... Не, ну это... Ну это, скажем так, это так. Спортивный симулятор, блядь. Игра называется Штернен Танзер. Das Game не зволе пер. Штернен Танзер! Ну ладно, блядь. Заебись, заебись, а что за игра-то? Охуенно. Хост тебе что-то кинул. Да, хост тебе реквест. Вот давай, Стань, короче, не глядя, давай. Вот берешь, качаешь и проходишь на стриме. Слабо? Вот просто не глядя вообще. Я этот ром, что за ром ты там не кидаешь? Неважно, Сань, давай, принимай как пари практически. Да, вызов. Это челлендж, сука. Марио, а, это нет, это он мне, так он называется, для интернет-побоизни. А в принципе так, реквест, ну, блядь. В принципе, так-то можно, конечно. А сейчас забава, слепой реквест, короче говоря. То есть, понимаешь? Ясно, не сейчас, как бы. Или сейчас. Не, ну не сейчас, сейчас у тебя как бы это. Да, у меня это, у меня забито что-то. Сука! Для стрима элит бит, агент. Блять, опять со своей... На самом деле, мне ее, кстати, надо скинуть к себе и попробовать, ну, как бы, на ТС-ке поиграть, потому что, ну, я как бы не разобрался даже в платном тыкать и т.д. такое. Так, все, мне надо, блядь, отвлечься нахуй от, блядь, ебаного списка игр, короче, все. Да нахуй стрим список игр, похуй. Меня люди не простят, блядь. Я добрался до 4429 рома. Вот, тут есть Assassin's Creed Discovery, кстати. Discovery, блядь. Лол, кстати, вообще не знаю, что это за игра. А посмотри, может, я сейчас веду мне пару. Ну не, вообще на самом деле все. Не, вот эти Assassin's Creed, которые чисто портативные, блядь, это все херня полная. То есть, не, ну сюжетка там как бы ок, в принципе, может быть, вот там на PSP-шке, на той же, она вполне себе. Такая вполне второстепенная, дополнительная, но тем не менее сюжетка. Но чисто геймплей на ней даже смотреть хочу. Неплохой платформер на DS-ке. Ох, щи, блин. Ну, может быть, как-нибудь гляну, не знаю. Платформер, у них же, по-моему, еще же есть для этих, для мобилочек, по-моему, какой-то Assassin's Creed, который там...
как это там жанр назвать, даже я не знаю, там что-то типа раннера такого какого-то, что вроде как, я его как-то видел так мельком. Это что-то типа подобное, что ли, на DS-ке, или там все-таки как-то поприличнее? А то, может быть, блядь, есть смысл поиграть даже как-нибудь. Хотя я все-таки сомневаюсь. Мне ассасины нравятся, вот, блядь, которые полноценные ассасины. Там большие города. Вот, и всякое такое. Сейчас пойдем пизды этому кролику давать. Ясен. Кролик. Алиса не просит. Такое еще глазу, что за хуйня, блядь, получил пизды. Двухмерный платформер. Блять, надо глянуть, что ли, я не знаю. Вообще, конечно, ассасинов столько нахерачить. Я вот не знаю, блин, хочется, короче, много чего попроходить, блин, этих ассасинов, короче. Ну их сейчас очень много выходит, просто пиздец. Там даже, да, Unity, сучка. Там же, блять, на три... Этот же выходил, этот, Рога, да, Рога, вот я не знаю, играть, не играть, блин. С одной стороны, сюжетка интересная до безумия, потому что там же вроде за тамплиера играешь, как бы что, нихуя не, не характерно. Да, предатель. Ну как бы да, вот, и там как бы, ну там же они вообще же, я так понимаю, что они первых ассасинов, вообще первого ассасина когда делали, они такие, ну пусть у нас будут ассасины типа хорошие такие сугубо, ну почти как бы, ну, процентов на 90 там, не считая их этого мудака, вожака. Ну вот, пусть они будут хорошие, а тамплиеры типа будут плохие. Вот, а чем дальше серия развивалась, они такие уже эту концепцию, походу, пересмотрели, и типа, ну, как бы, негоже делать одну фракцию сугубо плохой, потому что это неинтересно, и сюжетно ее нихера обоснуешь. Вот, они такие, ну пусть у нас все будут, ну, примерно одинаково хуёвыми. Вот. И, видимо, они на волне этого, я так понимаю, сделали Рогу, где как бы вообще за тамплиера играешь и как бы взгляда. Ну, в третьей части, на самом деле, тоже замут такая-то. Ну, там, да, да, там уже тоже чувствуется такое, что, типа, у нас примерно одинаковые цели, хуя мою там. То есть они поняли, что, короче, это уже нельзя, короче, в одни ворота все это херачить, это, типа, уныло получается как-то. Типа, давайте мы сделаем фракции, как бы, не черно-белыми. Ну, окей, мне такой подход нравится. Вон, мимик, блядь. А в чем? Кольцо Шермана. Что за пидор? Увеличивает очки опыта. Ну, я не трачу уровни, поэтому мне плевать. Так, надо метнуться еще в этот, библиотечку. Я так подозреваю, завтра будет финальная серия, тут конца уже хуй остался. Так, ну, собственно, что тогда? Давай тогда. Ну, сейчас я добавлю, да, до меня до сейва. Завтра закругляемся. Так. Нету. Так, какой САС, ёпта? Сосай, блядь, дети кошка. Сос. Где Борм, блядь? Я хочу услышать его это. Про свой великий, про сосай. Подсадил и скрылся, короче. Да вообще пиздец, блядь, негодяй. Не, хуйня хуйней, блядь, сука, ну меня пропёрло, блядь. Леди Кашка, блядь, это пиздец. Ещё этим упоротым рабовойсом, блядь, это пиздец. Аза-за-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 а
Так. Ну сюда перемещусь там, чтобы сразу оттуда бежать и там портал и сейф поближе. Место, которое. Кстати, у меня сейчас возник вопрос, блять. На 5 вообще. Почему, сука, я играю в Евротрак с двумя мониторами, и я не могу на отдельный монитор вывести карту? Вот это было бы понтово вообще, я считаю. Просто, блять, как будто я ее разложил вообще где-то рядом. Вот.
Какая-то сраная ДС-ка, блядь, это умеет. А сраный комп не умеет. Печаль, беда. Просто комп делает сосай, блядь, ДС-ка. Как последняя леди кашка. Вот тебе, блядь, и это нахуй. Да, тут вам не здесь, блядь. Вот это меня, блядь, смущает, эта ёбаная точка, нахуй. Ладно, потом посмотрим, как туда попасть. А, погоди, я, кажется, догадываюсь, в чём дело. Так, сейчас я по-быстрому проверю кое-что. Так, мечка тут. Да. Тут вот так надо. Уи. 1000 рублей. Погнись, 8 рублей! Та-та-та-та! А что, пока убью полупана, да и удачи. Хуяк? Лол. Так, ну что, ребят, всем спасибо, что смотрели. Не разбегайтесь, сейчас будет Blood Omen. Всем удачи.